İndi isə ermənilərin Xankəndidə böyük təşvişə düşüb kütləvi şəkildə şəhəri tərk etmələrinin görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Максимально быстро покинуть центр города, потому что делать какие-то военные прогнозы в данной ситуации сложно. Мы пока остаемся здесь, как будет развиваться ситуация, я вам сказать могу, вижу. Вот, как вы видели, только что ударило по центру. Мы спускаемся в бомбоубежище, сейчас отправлю видео. Еще один заряд.